Единый государственный экзамен состоится, но с корректировками, которые внесла пандемия. ЕГЭ будут сдавать только выпускники, решившие поступать в высшее учебное заведение. Экзаменоваться готовы около 6 тысяч молодых людей. Для них организованы 37 пунктов. В эти пункты будут подготовлены 532 аудитории. В каждой аудитории будет не более 9 участников, с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между выпускниками. Доступ в пункты приема экзамена будет происходить традиционно через металлодетекторы. Печать контрольно-измерительных материалов будет проводиться в аудиториях и сканирование работ в штабах пункта приема экзаменов. Дополнительные меры – наличие в помещениях градусников, санитайзеров, приборов для обеззараживания воздуха. Будет разработан график прибытия участников на экзамен, чтобы избежать скопления выпускников перед зданием школы. До и после экзаменов обязательно будет проведена дезинфекция помещений. Александр Соловьев, Николай Скворцов, Республика.